в размере 1000 рублей. А при выяснении случая неправомерного использования персонифицированных льготных карт в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательная работа. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отставлении трамвая от остановки. Yeah.